Хей, окей, с вами Шумки, мы продолжаем родить игру под названием Тесс, у меня уже задолбала постоянная игра, я не знаю, с какие-то с ней проблемы. Чтобы вы понимали, я записал 30 минут, даже больше минут, больше 30 минут геймплея, я разобрался, как починить мне меч мой, Умбра. Я решил его сходить починить, думаю, ну... Сколько починочка? Починочка стоит 903 золотых. Да. А могу ли я сам починить? Нихера, я сам чинить его не могу. Почему? Потому что я использую магический предмет, можно чинить только оружейник специалист или выше. Чтобы повысить оружейника, нам нужно покупать молоточки и постоянно ремонтировать свои предметы. Либо тратить на то, чтобы мне его починили. Понятное дело, что пока что это все дело воняет говном. Также, что я хотел отметить, я хотел записать следующую серию, уже записывал. Это насчет острова. Странная дверь. Хорошо, не полностью весь контент я проебал, поэтому все хорошо. Что мы делаем сейчас? Сейчас мы с вами отправляемся куда-то наружу. После чего я нажимаю на карту, мы отправляемся в конюшню. Да-да-да, в конюшню. Мы отдохнем в конюшне, после чего мы с вами... Так, сразу времечко до утра подождем, чтобы все проснулись. Мы нормально зашли к ним туда внутрь. О, ночь, утро, день, свет. Ну, еще хотя бы часик надо подождать. Мы воспользуемся их кроватью, посрать на левел аппинг. Если что, я уровень просто... Что? Я просто... А, я не могу спать. А, нельзя, да? Ох, жаль. Окей, надо тогда найти... А у кого я тогда спал? Подожди. Где я тогда спал? Здесь я тогда спал. Мы сделаем сейчас таким образом. Я схожу. К этому мужику. О, у него спать можно. Спим один день. Один час. Левелапалинг сразу делаем. Ловкость. Давайте понимать тоже ловкость, наверное. Скрытность мне пригодится, думаю, тоже. Ты спишь очень крепко для убийцы. Это хорошо. Ибо для того, что я сейчас предложу, тебе понадобится чистая совесть. Ох, кто ты? Объяснись, немедленно. Я Люсьен Лашанс, уведомитель темного братства. А ты? Ты убийца, отнимающий жизнь, пожинатель душ. Твоя работа — ремесло убийцы по нраву матери ночи. И поэтому... Я пришел сделать тебе предложение. Возможность войти в нашу уникальную семью. Тогда слушай внимательно, ибо повторять я не буду. На зеленой дороге к северу от Бравила находится таверна «Дурное знамение». Там ты найдешь человека по имени Руфио. Убей его! И твое посвящение в темное братство будет завершено. Сделай это. И когда ты в следующий раз будешь спать в месте, которое я сочту безопасным, я посещу тебя вновь, неся с собой любовь твоей новой семьи. Но я не убийца. Нет. Мать ночи, похоже, думает иначе. Позволь мне вручить тебе подарок на случай, если ты передумаешь. Это девственный клинок, и он жаждет крови.
Сейчас мы должны проститься. Очень надеюсь, что мы скоро встретимся. Окей. Твой путь ясен. Отправь Руфио навстречу своей смерти. И темное братство попримет тебя в свою... Все, прекрати. Я убью тебя, как в Скайриме. И тогда я буду против тебя. Кинжал горя. 4 урона. Понимаю. Так, а что хотел взять? Точно. Мы с вами сейчас отправляемся в путешествие. А именно. Там, где мы делали зачистку лохерей. Так мы что отсюда, да, начинали? Или от лагеря? Блин, я уже не вспомню. Буду проворачивать баги. Охерен. Что ты делаешь? Какого хера вы все повторно появляетесь? Так, подожди, это значит не то место. Да, так, тогда там не было... Или врата были? Короче, на самом деле я уже не вспомню, откуда я тогда шел. Но что я тогда помнил, что я тогда нашел этот... Обелиск. А мне сейчас нужен как раз обелиск. Да, он тут. Или это одно из святилищ? Да. Нужно срочно менять оружие. Мне нужны обелиски кровавые. А нужны мне не потому, что там есть то, что мне необходимо. Что именно мне это даст, камень, я вот не знаю. Но хочу проверить насчет того, что я могу эти предметы себе навсегда ставить. Короче, отправляемся искать камешки. Камешки мы с вами находили... Я не помню, откуда отсюда, да, кажется? Мы отправились в путешествие. Мы нашли камень около... первого места. Около первого портала. Точно. Около первого портала мы нашли камень сбоку.
вот в той стороне мы с вами и нашли. Потом мы начали охоту на челиков. Так, я нашел тебя тогда. О, так я могу постоянно заново собирать растения. Так, там, если не ошибаюсь, был тогда портал. Вон портал. Потом мы пошли сюда с вами. И я нашел синий камень. Именно по вот этой территории. Так ведь? Вот он, да. Ну что, в принципе, сохранить, сохранить. Да. Сейчас будем проверять. Так, подожди, что у меня сейчас одето? Так, меч. И кираса, да? Окей. Кираса коцаная. Меч коцаный. Теперь что мы делаем? Это как я помню. Молоток. Теперь берем вещи. Выкидываем. Теперь ждем время. Подожди, мне еще что-то дали? Ждем. И вот. Теперь я могу их использовать. Они, конечно, ни хера не стоят, но... Зато они теперь бесконечные. Вот таким вот образом мы с вами получили предметы. Кто-то скажет, ой-ой-ой, это читы, баги. Нет, это фича. Это не читы, не баги, это фича. Так,
нажимаем сохранить, сохраняемся. А вы что думали? Да-да, вот такой. Потому что я не хочу платить хер знает сколько. Камень спит. Камень не будет спать. Камень сейчас будет работать дальше. Хотя, скорее всего, мне дадут одно и то же. Ну, типа, я не вижу... Хотя... Ты будешь меня ее ломать? Он меня не сломал, ладно. Как говорится, время еще есть. О! Нихерово, я упал. В принципе, я мог еще один халявный меч себе получить. По факту. По факту, по факту, по факту. Вот и все. Теперь у меня два. Не понял. Чего? Почему у меня призванный меч один? Зато у меня призванные кирасы две. Ясно. Да. Уверен. Ну что я вам скажу, вот и все. Вот моя одежда. Халявная 9 брони. И халявный меч. Ну мне, конечно, бы меч именно найти. Чтоб я ходил с мечом и щитом. Ладненько. Погнали тогда... Вспоминаю, где еще один камень находили. Потому что, как я понимаю, тут дают одно и то же. Хотя это работает даже с призываемыми предметами. То есть, по факту, мы сейчас можем отправиться в любой магический ларек. И там купить предмет. А, у меня маны не хватит, точно. Тогда отмена.
Тогда отмена, отмена, отмена. Ладно, погнали, короче, по сюжету, потом будем вот эти выполнять здоровые. Джордж, какая понятно. Бакон готов хорошо заплатить мне за... статуи. Вспоминаем их денег. Может, давайте я просто отправлюсь уже в путешествие, да и все. Что там у нас? Мне он предлагает экипировать лошадь броню при условии преследования ее такого объединения. Если я найду руины Сандра Лифа, то можно смогу отыскать этот город и вернуть миру мощнейший артефакт. Бритва Махрин. Ладно, погнали, короче, по сюжетке. Где моя сюжетка? Погнали базарить Джеффри. Пока у меня есть такое мощное оружие. Буду затачивать постоянно, ремонтировать свой этот. Что такое? Амулет короля? Это верно. Мы должны попытаться вернуть амулет, пока враг не внес его в какое-нибудь место вне пределов нашей досягаемости. Тебе нужно вернуться в имперский город. Возможно, Баурус что-то разузнал об ассасинах. Ты найдешь Бауруса в пансионе Лютера Брода, что в эльфийских садах имперского города. Окей. Передай мои наилучшие пожелания Бауру. А это где? Ага, это там, где меня как раз хотят арестовать. Ну, мы давайте тогда по-быстрому все попытаемся сделать, чтобы меня не арестовали. А то все украдут. Мне по факту там только один хочет арестовать. Сядь. Не говори ничего. Просто делай, что я говорю. Окей. Послушай. Через минуту я встану и выйду отсюда. Вот тот парень, что в углу сзади, пойдет за мной. А ты пойдешь за ним. Враг схватил амулет. Найди наследника Ураэля. Хорошо, говоришь, что нужно делать. Мы не можем говорить сейчас. Просто следуй за мной. Окей, окей, окей. Отлично. Помни, не двигайся с места, пока он не пойдет за мной. Я хочу узнать, что он будет делать. Привет, имперец. Разве Ирен Метрик не грациозна? Да, она просто восхитительна. Ой! Мои извинения. Подожди, я могу просто загрузиться? Привет. Доброе утро. Я, короче, стырил крошку. Послушай. Я просто стырил неучайно. То, что не следовало. Гильдия бойцов опять набирает рекрутов. Неплохой способ подзаработать, если тебе хватает мужества для такой работы. Да. Доносились ли новости из других провинций? Винсон, я просто работаю на Лютера. Мне не нужно... Имперский город, пророк, Старлис... О, это преступник в розыске. Он ведь мастер-вор. Говорят, он очень опасен. Еще говорят, что нищие работают на него. А-а-а. Прощай. Значит, он из гильдии воров. Поклялся умереть, а ты...
Я не боюсь смерти. Так, агент враг, напавший на Бауриуса, мертв. Мне нужно выяснить, что Бауриус узнал о наших врагах. Хорошая работа. Кстати, хотел сказать, я рад встрече с тобой. Просто момент оказался не самый удачный. Что ты узнал? Ассасины, убившие императора, принадлежали к дейдрическому культу, известному как Мифический Рассвет. По-видимому, они поклоняются лорду Дейдра Мерунесу Дагону. Я следил за их агентами в имперском городе. Думаю, они это заметили. А так, враг захватил амулет. Что? Они забрали его у Джоффри? Все хуже, чем я предполагал. Так, найди наследник Уэрли. Слава Талосу, он жив! Мартин Септим, говоришь? Мы возведем его на трон. В том клинки могут присягнуть. Что мы будем делать дальше? В университете волшебства есть ученый. Ее зовут Тармина. Она вроде бы специализируется на дейдрических культах. Почему бы тебе не отнести ей эту книгу и послушать, что она скажет? А я продолжу распутывать ниточки, ведущие к культу Мифического Рассвета. Если ты что-нибудь узнаешь, ты сможешь найти меня у Лютера Брода. Да пребудет с тобой Талос. Окей. Да. Ну что за книга хотя бы? Ну, колосс его повышенным. Надеюсь, тебе удалось узнать что-нибудь полезное об этой... Да. Когда узнаю... Что тебе нужно, друг? Когда узнаю, скажу. Говорю, мне главное, чтобы меня сейчас охранник не споймал. Да. Остальное посрать. Это тебе оговорилось в послании, что я получила. Чем могу помочь? Перский город, Мифический Рассвет. Ты знаешь о них? Это один из самых скрытных дейдрических культов. О них мало что известно. Они следуют учениям Манкара Камарана, которого называют своим мастером. Загадочная фигура, заслуживающая отдельного рассмотрения. У меня попалась одна из них книг. Ах, да. Комментарии к Мистериуму Заркса потрясающие. Занимаешься научными изысканиями в области дейдрических культов. Мне нужно найти Мифический Рассвет. Найти их? Я не буду совать нос дальше. Государственное дело и все такое. Я много работала с клинками. Не волнуйся. Можешь больше ничего не говорить. В любом случае, найти их будет нелегко. Я немного сама изучала описание Манкара Камарана, по крайней мере то, что мне удавалось найти. Из текста ясно, что комментарии Манкара Камарана — это четырехтомник, но я видела только первые две книги. Я полагаю, что в его писаниях скрыт ключ к местонахождению тайного святилища Мифического Рассвета, возведенного в честь Мерунеса Дагона. Тот, кто раскроет эту тайну, докажет, что достоин вступить в ряды Мифического Рассвета. Поиск святилища — это первое испытание. Если ты хочешь найти их, тебе понадобятся все четыре тома комментариев. Так, где мне их искать, эти книги? Вот. Ты можешь взять второй том, принадлежащий библиотеке.
Обращайся с ним аккуратно, пожалуйста. Как я уже сказала, я никогда не видела третьего и четвертого томов. Ты можешь попытаться обратиться в первое издание, что в торговом районе. Финтиас, его владелец, выполняет заказы коллекционеров. Он может знать, где можно найти эти книги. Боже, как же это долго! Было приятно поболтать с тобой. Я слушаю тебя, гражданин. Ничего меня не спрашивает, челик. Я иду за книгой. Идем искать потом еще другие книги. Банни-банни-хоп. Оп. Здравствуй. Я Финтиас, владелец первого издания. Выбирай, что хочешь. Если у меня чего-то нет, возможно, я смогу достать. Окей, имперский город, Мистериум Зерксом. Ты, должно быть, имеешь в виду комментарии к Мистериуму Заркса Манкара Камарана. Это распространенная ошибка. Это четырехтомник. Первые два тома довольно редкие, но иногда попадаются. Третий и четвертый тома найти невозможно. Мне нужно тома 3-4. Мне удалось заполучить третий том, но, боюсь, это специальный заказ, уже оплаченный другим клиентом. Извини. Гвинос будет ужасно разочарован, если его не будет, когда он придет забрать его. Так что, извини, ничем не могу помочь тебе. Окей. Боюсь, я не могу продать тебе книгу ни за какую цену. Я уже обещал ее другому, а мое слово дорогого стоит. Понятно. Третий, четвертый. Я бы хотел иметь эту книгу, но она мне никогда не попадалась. Ладно, Гвинос. Я не знаком с ним лично, но он очень хотел заполучить третий том комментариев Камарана. Прошел пешком весь путь от Валенвуда. Кстати, мы договорились о времени, когда он придет за книгой. Так он уже опаздывает. Ты можешь подождать его, если тебе хочется поговорить с ним лично. Угу. Приятного тебе дня. Давайте подождем. Ну, час. О. Прошу прощения, но я опаздываю на встречу. Мне сейчас некогда разговаривать. Ты уже опоздал. Я пришел за книгой. Манкар Камаран. Комментарий, том 3. А, конечно, держи. Помни о нас, если тебе еще что-то понадобится. Спасибо тебе, спасибо. Ты даже не знаешь, как долго я искал эту книгу. Эй, подожди, 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 можно... Неужели тебе больше некого побеспокоить? Мне книга надо. Комментарий. Ты что, следишь за мной? Оставь меня в покое. Эта книга моя. Я хочу купить эту книгу тебе. Просто отдай мне эту книгу, и я уйду. Расскажи о культе. Ну, слишком... Она не продается. Тебе придется найти другой экземпляр где-нибудь еще. Расскажи мне о культе мифически. Мифического рассвета? Ты... Я хочу сказать, я не знаю, о чем ты говоришь. Я ничего не знаю ни о каком культе. Глаза бегают. Ты ввязываешься в опасное дело. Прошу прощения. Ты думаешь, что можешь рассказать мне о дейдрических культах? Так знай, я посещал святилище Шагарата во время фестиваля безумия. Я говорил с Хермеусом Морой в двойное полнолуние. Я... О, а кто соврал? А что такое? Такое лицо недовольное. Они убили императора. Ты идиот? Что?
это сделал мифический рассвет? Верь мне, я правда ничего не знал. Я хочу сказать, я знал только, что это дейдрический культ. Писания Манкара Камарана о Мируне Седагоне потрясающие, даже революционные. Но убить императора, Мара, защити нас. Тебе лучше дать мне эту книгу. Да, конечно. Я не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, что я имею какое-то отношение к их безумным заговорам. Вот, третий том твой. Что ты будешь делать с ним, меня не касается. Мне нужна и четвертая книга. Четвертый том можно получить только из рук члена мифического рассвета. Ага. Я договорился о встрече со спонсором, как он назвал себя. Вот, возьми записку, которую они дали мне. В ней сказано, куда нужно идти. Я больше не хочу иметь никаких дел с мифическим рассветом. Неплохо. Так, давайте смотреть, что у нас по книгам. Мифический том, да. Три. Так, и записочку он, да, мне дал. Так. Пока покупатель не будет найден, предметы должны быть спрятаны. Возделили их так, чтобы эти свиньям из имперского легиона было нелегко их отыскать. Используй наши тайники в следующих лагерях. Я дам тебе узнать, когда придет время избавиться от этих предметов. А, это то письмо, где мы в лагере, да, ходили. Гвинс. А, твой интерес к произведению мастера был замечен. Ты делаешь первые шаги на пути к просвещению. Старайся, и когда будешь, ты станешь одним из избранных. Если ты хочешь идти дальше по пути Воссвета, то тебе нужно прочесть четвертый том комментариев к мистерию зеркалом. Зерксом. Его можно получить только от члена Ордена Мифического Рассвета. Я, как твой спонсор, передал тебе свой экземпляр, если сочтишь, что ты достоин этого. Изучи первые три тома произведения Мэстэ, приложи все усилия, чтобы обнаружить скрытый смысл его слов. Когда ты будешь готов, спустись в затопленную канализацию, что под эльфийским садами имперского города. Приходи один, иди по главному туннелю, пока не дойдешь до комнаты, в которой есть только стол и стул. Садись на стул, я встречу тебя там и дам тебе то, что тебе нужно, спонсор. Так, а много тут текста? Давайте я прочту, что ли. Ну, про себя, конечно, не вам, потому что это очень долго будет. А, короче, хуйта это все. Да, это все хера там. Даже не желаю читать. Да, ты крепкий орешек. Что удалось выяснить? Встреча с мифическим рассветом. Это должно быть та ниточка, что нам нужна. Хорошая работа. Спасибо. Теперь нам нужно раздобыть четвертую книгу. Если Тармина права, мы сможем использовать эти книги, чтобы найти тайное святилище мифического рассвета. Пошли. Я хорошо знаю эту часть канализации. Ну, пошли. Иди за мной. Я знаю, как добраться до той части канализации, где мы должны встретить спонсора. Беги, я за тобой. О, привет.
Почему я не мог сам сюда прийти? А выглядит как воровская, помните воровскую гильдию из Карима? Зачем? Я хочу посмотреть, что здесь. Прикрой мне спину! Прикрывай спину! Крабовые палочки. Ладно, пускай он идет туда. Мы идем сюда. Мне просто интересно, что здесь. Крабовые палки. Крабовые палочки, палочки, палочки. Не, не хочу выбираться отсюда. Я думал, я тебя не замечу, крабик. Примитивно. Крабовый палок. Как-то до этого было сложнее, на самом деле. И нихерово сложно. Сквозная дырка, локация. Так, вещи. Том «Гроза с градом». Хотите ли вы добавить в список заклинаний «Гроза с градом»? Да. Книжки, книжки, книжки. Акробатика прокачана. Конечно, меч будет у меня ломаться довольно быстро. Эх, уже 7... 13 уже урон. Стоп, а где... А вот он мой. 13 урона пока что нормально. Как-то, ну. Только по тем городам еще люди жили. Пускай он сам разбирается. Этот мой. Убивай их всех. Ну, слишком медленный. Осторожно!
Он меня ведет, я иду за ним, все. Держись рядом. Еще раз атакую. Крабовое мясо, крысиное мясо. Он сам. О, там что-то есть. Прикрой мне спину! Следите за флангом. Вон там! Молодец. Ну, он, в принципе, сделал все, что нужно было. У меня опыт 1000 бойцов. Убивай его. Что здесь? Лук я могу, в принципе, взять для того, чтобы заменить на свой. Ага, нам туда, значит, я возвращаюсь обратно. Смотрю то, что мы не забрали. Отмычкам. Ну, теперь вы видите что-то, но это стоит. Краса. Когда я крадусь, я убиваю быстро. Крабовые палочки. Ну, идем. Главное, чтобы он не сдох, а то у него как-то хп маловато. Держись рядом! Талос! Ничего. Сундук, золото, стрелы. Кости, бочка. Пустая. Скрытность нужно вкачать будет. Осторожно! У меня опыт 1000 бойцов. Талос, благослови меня. Лук. Щит. Топор. Сундук с зельем. Крабовые палки. Почему ты именно по воде идешь? Краби, краби, краби. Он слишком медленный. Вот там! Пускай он сам их убивает. А то мне еще меч ломать, который чинить хер знает сколько. Хотя по факту я могу просто взять уже свой этот. То пошел мне с броней.
Держись рядом! А, то есть один удар? Один удар, одно хп? Я так понимаю. Ну, заходи, ну чё ты меня ждёшь? О! Тут уже трупики пошли. Хорошо. Комната со столом находится сразу за этой дверью. Мне всегда было интересно, кто поставил его там. Как я понимаю, если подняться по той лестнице, вся эта комната окажется как на ладони. Думаю, будет лучше, если встречу проведу я. А ты будешь прикрывать меня. Иди наверх. Будь начеку на случай непредвиденных осложнений. Окей. Я встречусь со спонсором. Нет, это должен быть я. За убийцами мифического рассвета остался должок. Кроме того, я обучался такого рода работе всю мою жизнь. Нет, я встречусь со спонсором. Ладно. Будь по-твоему. Соблюдай осторожность. И помни, мы не можем уйти отсюда без этой книги. Это наш единственный шанс вернуть амулет. Как ты будешь готов? Так и я. Слушай. Возможно, мне не суждено остаться в живых. Почему ты будешь наверху? Но если и так, твоя обязанность выжить. Тебе нужно добыть эту книгу и найти амулет королей. Ты не оставляешь мне выбора. Я понимаю. Мы сделаем это вместе. Я рад, что ты рядом со мной. Хорошо. За дело. Окей. Только пока еще за дело нет. Так, тут выход, да? Ладно, давай. Попробуем. Или лучше свой клинок использовать? Итак, ты хочешь стать одним из избранных Мируна Садагона? Да. Путь рассвета труден, но и награда велика. У меня есть книга, которую ты ищешь. При помощи нее, а также трех других книг мастера, ты станешь обладателем ключа к просвещению. Я велел тебе привести сопровождающих. Братья, убейте их! Радуйся, что ты не доживешь до момента, когда он вступит, а свет разгорается. Время чего? Только избранное. О, а чё так сильно? Очищение. Я помню. Этот мой! Подожди, а можно загрузить с момента, когда мы уже зашли? Я понял. Короче, я понял. Найс. Просто отлично. Прикрой мне спину! А, подожди, а почему... А, это стальной лук.
Да ж. Это твой! Твой. Короче, просто иди, я буду их всех убивать. Так, здесь я все забрал. Ну и все. Так, там выход наверх. Зелье ХП. Заходи давай. Хорошо, как я... Ладно. Окей. F5. Поехали. По факту мы знаем, что сейчас будет, так ведь? Итак. Ты хочешь стать одним из избранных Мирунаса Дагона. Да. Тебе было велено сесть. Ты что, не в состоянии выполнять даже такие простые инструкции? Путь рассвета труден, но и награда велика. У меня есть книга, как... Я велел тебе прийти с сопровождением. Как и боги, которые... Меня ждет... Умри, неверный! В котором вы молитесь! Умри, неверный! Еще ближе! Приготовиться! Ну, вы видели. Его можно убить. Могу я просто сначала зачистить это все место? Окей. Итак, ты хочешь стать одним из избранных Мирунаса Дагона. Спонсор хочет убить меня. Неважно, ко мне нужно доставить четвертый ком... Присядь меня. Я не бойца. Мне плевать. Кольцо севера. У меня есть четвертый последний том. Так, трудов. Монакрокмонодлам. Теперь следует сложить вместе все подсказки и найти тайное святилище мифического рассвета. Возможно, стоит искать совет у там Мины. Должно быть, это крыса. Должно быть, это крыса. Вот там! Я поклялся умереть, а ты... Время очищения! Я не боюсь! Еще трое никогда... Да, не верну. Главное, что я забрал все, что мне нужно было. Так, колечки одеть. Стоп, это куда?
У тебя теперь все 4 книги. Думаю, дальше ты сам. А я направляюсь в храм Повелителя Облаков. Буду подле Мартина. Окей. Увидимся в храме Повелителя Облаков. Хорошо, что я сразу его вот так убил. Эту тварь. Так, начнем тогда отсюда. Миф рассвета. Заберем. Что это? Это что? Ладно, сундук. Золотишко. Сундук. Опа, кинжальчик. Неплохо. Золотишко. Миф рассвета. Сойдут. Мифы, мифы. Очень сложный. Яд. Издеваются. Вы понимаете, что у меня нормально получалось до этого? Шесть монет, она сломатая моя, это 26 за 26 монеток. Знаете, я быстро передвигаюсь на шифте. Отвернись, я тебе спину. А чё у тебя так? А, это берсерк. Теперь понятно. Это гоблин берсерк, ребята. О, неплохо. Стальная кираса. Не знаю, что это, но пригодится. Вау! Я, короче, понял. Намек понял. Меч херня. Нужно было не прокачиваться.
Главное, почему-то шестикратные. А такие меч слабенькие. Короче, в спину атакуем тем мечом, а деремся этим. И что здесь? Ради чего? Ну ладно, подождем. Так, вижу одного крыса. Ну, блин, это в основном только выход наружу, да? Нужна скрытность, прокатять максимум, чтобы была скрытность у меня хорошая. Плевать. Вопрос, куда идти? Ясно. О! Приглушенный звук отмычек и щелканья стопора замка — это музыка для ваших ушей. Вы стали специалистом в области взлома. Если вскрыть замок, вы сломаете отмычку. Упадут всего две стопора, не больше. Это хорошо. Так, подожди, а у меня шлук есть. Нахер я буду ломать? Ой, не попал. Давай, короче, ты будешь на единице. А ты будешь на двойке. Южные туннели. Так, это один и тот же, да, проход? Ну плевать, крабики. Уйдите в сраку, чтоб я на простой столько тратил. Ладно. Нефритовое колечко. Талосплазом. Крабовое мясо я, конечно, позабираю, вы что думаете? Чтоб я крабовое мясо не забрал. Глупо. М.
Что за бред? Вас не смущает ничего? Ладно. По сути... Я не знаю, я может что-то путаю? Проход есть. Вспышка. Ладно. Вот здесь на самом деле я нихера не понял. Алло, как мне попасть? Как оно открываться должно? Ладно. Может, где-то внутри должен быть переключатель? Нету. Но если что, я зайду лучше через внутреннюю часть. Ну, не через ту, которую нам предлагают пойти. А через эту. Просто в чем разница? Ясно, тут то же самое. Нет, здесь он почему-то проходит, там он не мог пройти. Странно. А в чем разница? Так, ну я сразу вижу ядовитые испарения. Это хорошо то, что я саламандра. Которому посрать на яд этот. Который может все бегать, лутать. Но все равно, в натуре я не понимаю, почему я там не мог пройти. Что это тогда за двери? Имеет ли значение дверь? В таком случае. А, либо туда я мог пойти, понял. Нам 5.
Готово. У него дремерское оружие, смотрю. А, 7 урона. Я подумал, 14. Я думаю, нихера себе. 14 урона. Стрелы мои. Вот это я понимаю, закрыто. И то я могу открывать с помощью колесика только. А где меня услышали? Короче, там открывается. Ну и... Как мне пройти, алло? Я что, виноват? Вот, я поднял, алло. Я не могу, понимаете? Вот. Сука, я понял, почему я не могу пройти. Понимаю. А я то думаю, чё я не тону? Почему я не могу? Тогда я обратно туда бегу. Все, я прибежал. Тупая обувь. Блин, в натуре вот знал бы я, что это все так. Да главное, что в некоторых местах я могу нормально подняться. В этом вот проблема, понимаете? Вау! А ты откуда вообще взялся? Нихера себе. Вот это поворот.
Отойди ты в шопу. Пошел нахер. Пес. Так, это что за место? Лопата мне не всралась, это мне не всралось. Так, какое-то крысиное место. Кусь-кусь. Сундуки. Там, короче, золото было и отмычка одна. А здесь я одну отмычку сломал и получил только золото. Так, ну по факту нам только сюда. Но это место быстрее на арену какое-то похоже. А я еще сюда не ходил. Ёп! Золото, чешуя, чешуя. А я могу дышать под водой бесконечно. Поэтому мне все равно. Я могу так бать челиков, чтобы они за мной бежали. Ну как, даже не бежали. А делали заплыви ко мне. Давай ты отвернешься, я к тебе к спине подойду. И готово. F5. А, ну. В принципе, куда я шел, я пришел, да? Отвернешься, чтоб я. О, не то. Можно таких вообще в рукопашку, мне кажется, атаковать. Какая разница? Интересно, он меня увидит? Я понял.
Ну я же спрятался. Что это вообще за место? Он тогда туда шел. Короче, он надоел. Отмычка готова. Понимаете, что я открываю еще? Тоже было бы круто. Согласны? Не, я согласен. Так, я сюда, типа, проход открыл. А, я вот что открыл. Ну, такое. Стоп, а давай рукопашку. Так, подожди, сюда. Бойцовский клуб. Ничего, я ради этого сюда шел. Для выхода? Понятно. Для чего? Вы мне скажите. А, теперь понятно для чего. Кровь. А что мы тут делаем? Блять. Иди в жопу. Тупые замки. Я в храме каком-то или что? А, стой, я ж точно к выходу иду. Ладно, сейчас пойдем книги отдадим. Да? Так, Мнакар, мифический рассвет. Чтобы найти их секретное святилище, посвященное миру нас. Ага. Это обычная практика. Таким образом, найдя дорогу к святилищу, будущие члены культа считаются уже прошедшими первые испытания. Эта загадка задела мое самолюбие.
Я подумаю над ней сама и дам тебе знать, если у меня появятся какие-то... И зайди ко мне завтра. Окей. Ну, тогда... Я продолжу изучение первых двух томов комментариев. Возможно, мне удастся узнать что-то раньше, чем тебе. Ну тогда мы завтра с вами продолжим это. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!